Всем привет, меня зовут Руслан, и это моя тачка. Для работы на ней в такси мало ее иметь. То есть помимо этого нужно соблюсти много разных моментов. Один из важных моментов – это документация. В момент совершения заказа и вообще в передвижении в течение дня внутри машины должны быть чеки ПСО, карточка водителя, договор с медико-механиком, путевой лист в новом нормальном формате. И я за последние полгода поменял уже несколько компаний, которые не заполняли журналы осмотров, делали, получается, фейковые документы. Мы об этом даже не могли подумать, что они какие-то не настоящие, пока не начали у ребят, у знакомых эвакуировать тачки. По рекомендации я недавно нашел одну компанию, которая делает все легально, со всеми журналами, со всеми документами, то есть все правильно, можно ничего не бояться. Это чуть-чуть дороже, но при этом защищены мы со всех сторон, можем ничего не бояться. Давайте посмотрим на их сайт. Так, заходим на сайт «Такси документ». Здесь можно будет оставить заявку со своими контактами. Ребята мне после того, как я оставил заявку, перезвонили где-то через 5 минут, то есть связь там быстрая. Можно самому позвонить на номер 8-915-484-70-06. Заявлено, что 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В принципе, в любое время можно связываться. В стоимость входит и карточка водителя, и чеки БСО, и договора, понятно, и путевой лист. Да, и опять же, со всеми осмотрами и записями в журнал осмотров. Также, почему я выделил эту компанию среди многих, они отвечают за свое качество и за то, что если вдруг по какой-то причине, по непонятной причине, то есть если все было правильно заполнено, то есть был пройден осмотр, машину эвакуировали, тогда они компенсируют эти затраты и сами своими силами вытаскивают машину со штрафстоянки, то есть помогает в проблемных вопросах. Механик выездной, и опять же, если что, можно будет ему звонить, с ним обсуждать какие-то вопросы. Помимо таксишных машин, они также работают еще и с грузовым транспортом. Вся информация есть на сайте. И рекомендую сотрудничество с «Такси документом».